Ну что, Инкунч, мы тебя поддержим. Там Лекс спереди записывает, я сзади. Зевай, за сколько этих головастиков? Хантер, а ты где там потерялся? Меня зарамили, я переродился. Захантили тебя, да? Мы 70 едем, 80. Да, у меня 98. Давай 80. User left your channel. Какой-то конвой. Из турков. Страшно. Страшно. А нет, это русские. Ты видел, Денис? Да, я записал. Я на 100. Загружусь. Что, тебя сами? На 100% Шкода. Хандрит, сорян, загружаюсь. Чуть задел тебя. Где? Не знаю. 2 минуты Где? Назад. Где именно? Я на встречке еду. Где ты, Инкуй? На нафиг. Что там? Кстати, а скриншоты Стима, они делаются на ходу? Нет. Блин, надо начать ставить. Ну, у меня сейчас вообще отлично. Побились от меня. Ты что делаешь, Лекс? Там встречка. Я, короче, турков разбил всех к чертикам. А, показалось. А тут 6 шкод вокруг меня на пузе лежат. На спине, точнее. Ой, все, пипец, там бабах. Лекс, за нами целая, короче, катастрофа. Как... Ну как это в боевике? Мы с тобой такие хопаньки и там дыджиш. Ну понял, да? Че за мной? Я за тобой еду. А, за мной, да-да-да, только он пошел, короче, по правой стороне обгонять, его на встречку вынесло. Это как так, да? С обочины и навстречку, ну вообще. За мной 11 шкот едет. О! Кому-то повезло. Они к вам едут. На обгон пошли. Нам тоже повезло. 65 еду. Блин, 9 FPS, это что-то вообще нечто. 16 шкот. Слушай, они конвоем едут. Ты что, конвои шкот? Они конвоем едут. Ну, тут встречка есть. Я не знаю, где поворачивать надо со встречи с дроки. ДД. А, ну вообще пока прямо, 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 там, пока до колей не выйдем. Да, вся дорога наша. Мы решили все собрать. Да. Так, я еду 50, тут чувак очень медленно едет, я его не могу обогнать, здесь сплошная. Просто до 60. Денчик за тобой кто едет? Фиг знает. Мигаю, обгонять не хотят. О, админ банит. А здесь обгон разрешен на дороге, дураку? Лучше нет. Нет, если пунктир. Ну, если так, и встречки нет, то да, почему нет? Здесь чувак по центру едет, вообще жесть. Ох, готов. Готов. Читер, 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 читер. 21-20, читер. Тупо, вот просто тупо едет, чуваков раскидывает. Как ник? Ой, айди. 21-20. Не, у нас такого еще нет. Да, едет сейчас. Тупо навстречку вышел и всех раскидал. А может как я? Я ж тоже не вижу, когда меня это зависает. Я еду, просто машинки объезжаю. Ну, которые это зависли. Дави появился. Такой он никого не видит. Он никого не видит. Вот это жесть. Как там 21? 21-20. Раскидал всех. А это, наверное, как у меня. У меня тоже. У меня бывает, это интернет зависает. Карпешки стоит. У меня все зависают, и я, короче, ну, я их это объезжаю. А короче, на самом деле я там всех сшибаю, как кегли. Я не вижу 21-20. Я тоже не вижу. Сейчас увидите. Так, всех я... сшибает. Там опережение. Сшиб всех. Жесть. Ты репорт отослал на него? Не могу, я с дамушки играю. Бесполезный, вот действительно. Я от него отдаляюсь, я его проехал.
Он едет вперед. Он еще от меня в 500 метрах. То есть нормально все еще. Когда будет 100, будет поздно. Так что репорт отправляй сразу. Я тебе напомню, серьезно, чтобы на него этот админ успели внимание обратить. Я ему в ПМ пишу, может увидеть. Чё? Без света еще и это. Кто? Кто без света? Я только тебя вижу. Краминг, чё ещё ему? 21-20. Да блин, ребят! Читинг. Чё, Алекс? На встречу Вольва, который... Читинг, и всё? Не, у меня не было никого. Краминг не надо? Не знаю. Ну, можешь Краминг поставить ещё. Ну, я поставил. У меня завис, у меня вон там по 4000 людей вижу. Расстояние. Он не видит просто людей, поэтому... Денчик, у тебя что, опять началось? Ну да, я правда вижу, кто едет, рядышком едет. Вот они едут. А если встречка там какая-нибудь, я не вижу. Я вот за Алексом еду, он движется. Нормально все. А так вон, да, у меня 4300 метров, 4400 метров. Да, и некоторых игроков. Вот, Вольва на обгон пошла, Алекс. Есть такая? Ну куда ты, блин, долбанный французишка? Я вас, к сожалению, не вижу. 21-20 вперед уехал далеко. Это хорошо. Тормозим. А что такое, Алекс? А тут чувак провалился под землю. У меня вообще пустота, прикинь. Меня зарами. Поиграться, что ли? Лол. Я опять загружу. Да что ж такое? Прям вот... Мне не жалко. Короче, Олег, ты мне скажи, когда встречка будет. Я на опережение пойду. Может, вы встанете меня подождать, или Хантера? Ну, давай, вставай, Лекс, на обочину-то. Даже поиграться не дали. Заодно 20-20, может, увидеть. Так, я, походу, опять всех сшиб. Нормально. Мне пишут NQ, go non. Забавно, появляешься, и все лежат на боку. Вот далеко уехали? Там после заправки на какой-то стоим. Вы что, уже проехали поворот на... На Брюссель, да. Перекресток который. Мини-развязочка. Да, проехали. Я почти в начале дороги. Денчик, ты еще не загружал. Захожу. Я вперед хотел проехать. Прям не надо. Хотел вперед проехать. Тише. Нет, ты проезжай, конечно, но я потом не ручаюсь. О, нашел вас, все, пацаны. За Алексом вставай, потому что наш сет впереди, я загружусь где-то там. Ну я почти вплотную к тебе подъехал. Не боишься? Да не, нормально. Ну смотри. Блин, тоже хочу такой чит себе, чтобы лететь и всех нафиг зашибать. Так у меня же не чит, у меня просто это, что-то, я это не знаю, что происходит с интернетом. И все, в общем, и пипец. Ты еще далеко до меня. Нормально. Да, целых 42 метра, очень далеко. А, ну да, машина сколько там, 16, да, по-моему? Я не знаю, сколько у них прицеп. Да фиг знает, неважно в принципе. Я могу кому-нибудь мигалочек для лага включить, пока стоим. Ты что, Лекс, вперед отъехал, что ли? Ну, чуть-чуть проехал. Нифига, чуть-чуть. Еще одна фура в месяц. Нет, там нифига не в месяц. Месяца. Вот сколько у тебя, Лекс, до меня показывает? Сейчас?
сейчас уже не лезь это. От тебя до меня 22 метра. А, ну да. Это учитывает от сцепки до сцепки. А, ясно. Инкуй-то где? Нет, тут народу очень много. Инкуй, ты на хвостиком не торгуй. Здесь чувак, походу, такой же едет. Едет 60, расталкивает всех. Но едет очень ровно и аккуратно. Как этот, блин, всех сшиб. Пробку вот с мою расшиб, он просто всех по кускам разнес. Неадекватный Шкода ел. Надо на F1 ставить. Нет, он кого-то видит. Моргает кому-то светом вон. Значит так, у меня не так. Поставь нахуй, блядь, на грузовике ехал в закрытом повороте обгонять, блядь. Русский панк видели, да? Я говорю, дураков везде хватает. Блядь, пидорас! Бля, на душе. Надо потише сделать. Тормози, Саня. Это Шейк. Как он всех кидает. Поздно, ты сказал. Но все равно не сильно же въебался. Расходи 22 человека, а где кто есть, никого не вижу. Не, ну смотри, тут это по 500 метров. То есть там кто-то впереди, кто-то только едет. Вот такая фигня. Жалко, у меня нет записи. Рядом никого нету, все вон это, на расстоянии 400-500 метров. Чё-то там впереди происходит, пойду-ка я пролечу. Чувак, который расталкивает всех впереди, наткнулся на кодовой Шкод. Все Шкоды так поочередно под землю упали. Ну вот тут машин 13 лет едут на нас. А? Обходи это. Он на чем едет? Он свернул. Нифига, он вытнул. User joined your channel. Вот придурок, а вот на Шкоде. Вот нафига вот. Чё нафига? Да вон на Шкоде фуру обгонял и резанул. Ну справа обгонял и резанул. Тенки, ты где? Еду. Добрался до того места, где меня закинули. Блин, ну что за конченые, а? Чип, куда жать, чтобы поменять канал основной? Ну блин, да, в настройках там, ну. А, вон, нашёл. Вон там, General, там, и это канал. Ставишь 15 и все. У меня 15 почему-то не ставится. Вон заправки? Почему? Мы дальше. Не знаю. Блин, эти Шкода так урчат, будто какой-то это, бля. Как их? Болит, тут пробка. Да нет, этот. Мотоцикл, который этот, по песку-то. Ну будто он едет, блин. Смотри, что творят, да? Оп! Стоп! Еще один такой. Да сколько их таких невидящих, а? А сам не едет, думает, блин, где же все игроки? Да не, это может даже не то, что невидящие, может реально чит использовать. Просто столько-то это уж как-то странно. Ну так аккуратно ехать. Понимаешь, он едет 60. А расталкивает всех везде и абсолютно. Вот он едет идеально ровно. Вот
смотрю, у него потеря пакетов идет. У него потеря, он никого не видит. Он едет просто фантастически ровно и аккуратно, но расталкивает всех просто как говно. Чувак на встречке улетел, упал, пошел нафиг, Шкода под землю. Это называется «я в танке». Да, он в танке, серьезно, он как мусор все убирает. Он, правда, свернул, конечно, опять там выше, но все равно это было просто... Все, его 5 табунетов? О, Хантер, аккуратней, сейчас. Я на F1. Кто-то подъехал к нам. Ага, двое. О, Инкю, все, едет. Что, поехали? Лексовый, а. Власть барандукам. Надо будет мне инструктор сдать. Я вам покажу, где раки зимуют. Ой-ой-ой. Достали меня одни нытики в компании, все, я не то. Ничего, говорю, на инструктора сдам, покажу вам кучкину мать. Будете здесь пахать, расскажу. Вот теперь хочу. Не, стоп, я хотел, просто у меня времени не было, потому что что-то последние 2 месяца у меня вся жопа была. Так, там переезд, да, впереди? Опережение, аккуратнее. Нет, переезда еще нет. Ой, сейчас будет авария, не? А, не, там Шкода притормозила. Он меня подрезал. Притормозил. Энки, свистни, хер, там тоже дырка. Чё? Чё? Без фар едет. Ох, тормозим. Нет, едем. Нет. Шкода без фар столкнулся с чуваком без фар. Они нашли друг друга. Ничего, тут эти Шкода порой... По очисланиям Бэху напоминает какую-то. Чё творит, а? Чё пытается? Нам долго ещё по дороге до Бэхов ехать? Лекс, чё встал? Сволочь. Давай, Энки. Ладно, 1%, сколько тебя? Ну, не знаю, пока как было, так и осталось. Там звук у Лекс, как будто, я не знаю. Выключишь. Это что за слепой баран едет? Слепой баран. Ты видел его фары? Угу. Это будет дав, кстати. Да. Он еще и лагает. Вообще. Так, нам прямо же, да, опять? Да. Нет, не надо прямо. Ну и... Лексус, блин. О, пока мы здесь стоим, я сохранюсь прямо... Лексус, ты китайской сборки, что ли? В смысле? Ну чё, у тебя тормоза не работают? Почему работают? Чё ты меня бортуешь? Хантер там меня подгоняет. Так, пропускай, Лекс. Ой, thank you. Ой-ой-ой. Я вообще никого не подгоняю, сейчас только дали. Если меня затаранит, я прям здесь загружусь. Или под мостом загрузиться. Да ты просто набери в поисковике TeamSpeak и все. Чао, ладно, посмотрю. Зайду тогда. Давай, олень, блин. Ну... Меня сзади подпинывают. Просто слепни и как. Ну, чувак встал. Сосовик. Опережение слева, аккуратно. Не выдержал. Сейчас он выдержит, там встречка. Оп, и вылетел. Или вышел. Я в зеркале просто увидел, такой раз и пропал. Шабашиша.
чувак без фар едет аккуратно. Белорус идиот, что ли? Наверное. Бульбазавров понародят. Тормози. Вроде едем. Что-то там народ дофига впереди. Что-то будет. Так, Энки, ты под мостом, да, сохранился? Да. Я тоже. За тобой. Это будет жестоко. Оп-опа, фейс. Ой, все, застрял. Еще и задним. Ой-ой-ой-ой, ашары. Сканью позорит, козел. Не умеешь срать, не мучай жопу. Опережение, Шкода, все. Повезло, на обочину ушел. Тормозим. Пять. Кто видит, что там в начале, из-за чего пробка? Ничего там, ничего нету. Лекс, Лекс, Лекс! На Варшаву есть кто? А чё стоим тогда? Варшаву сейчас заткни куда-нибудь. Дынчик, а Дынчик? Чё? Чё, чё, чё? А чё было? Нифига ты как леганулся назад. Не было ничего. Ты знаешь его как леганул? Он меня влеганулся. У нас ничего нет, я вон за ним еду спокойненько. Ты же куда обратно ползал? 7% всадил. Сейчас спасибо. Ну я даже не знаю, нормально все мы. Ой, тут народу, писец. Ребят, на Варшаву есть кто? В табе 65 человек. Слышь, Денчик? Ребят, на Варшаву есть. У меня все записано. Молодец. Не, никого. Так бы раньше вы ему и ответили. Ну чё, баню, лучше подальше от тебя. Давай, давай. А то еще семерик получишь. Это был, короче, хук с задней левой. А потом будет хук с задней правой. Ребят, на Варшаву есть кто? Он что, придурок? Сколько раз просит? Дэнчик. Да никого нет, это Варшава. Раз молчат, никого нет. Ой, чё, Лекс, извини? Поздно уже, чё. Чё, опять, что ли? Я тебе хотел, говорю, оставь место, я тебе на переезде отбойду. А. 134, кидайте реп. 134, блокинг. Лексу тоже, да? Лекс, ну куда ты попёр? Ну чё ты как уж? Я дорогу освободил. И куда ты побочный попёр? Ну и кто тебя там пропустит теперь? Куда он едет-то? Лекс? Давай быстрее вон тут. Встраивайся, если успеешь. Давай, 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 давай. Только без благодарности, хорошо? А то отблагодарит он. Это же сдохнуть можно ехать только. Двадцать сорок там что, сдох, что ли? По-видимому. Да. Он ползет. За ним пробка такая. Там двое, там трое. Закрылся. Почему они стоят до сих пор? А смотри, один проезжает сквозь переезд. Шкода на переезде стоит. Сейчас тебе будет. Сейчас прикол поездом бах снялся. Обгоняй! Жесть. Ну что, они там так и будут стоять?
А у него закрыт переезд. Не, вон тот вот, на Шкоду, который залез. Который Шкоду чекирит. Да вы видели, вы видите, что там впереди происходит? Да, я вижу. Шкода по правой стороне лезет, тварина. Обгоняй. Не обгоню. На Вольве чекирит Шкоду. А как они едут? У меня вообще переезд закрытый. Ну, у них туда открытый. В смысле? Здесь же это, типа, синхронизировали же. Что? У меня открыт, у меня уже открыт переезд. Понятно, у меня опять завис, значит. Так едет же. А, не, вот, открывается. У меня просто F1 был включен. Если это, конечно, действует как-то. Что, сейчас поедем? Сказали никого. Что значит шкалята здесь? Ну и короче, встали на переезде. Может, все на стол перенесемся? Нет. Так, а ты что знаешь, Вахантер? Ну-ка. Я предложил. Ну, типа. Да. У меня закрывается. Успеешь? Нет, он закрывается. Конченые, просто конченые. Серьезно, как можно быть такими нубами, а? И Ричард еще говорит, что мы тупые. Ричард, наверное, давно подробно поднялся. Оп, NQ, смотри, тебя сейчас там это, на абордаж возьмут. Оп, смотри, какие молодцы, шустрые, блин, ублюдки. Давай, NQ, поехали. Пока там какие-нибудь Шкоды опять не нашкодили. А что вас так много? Как ты спросил, придурок? Напиши, скажи, чтоб он спросил. Нафиг, если так на каждого идиота внимание обращать. User in your channel timed out. Всех нервов не хватит. Он здесь. Кто упал? Блюди вышел. А, блюди? Блюди Мэри. Я думал, кто-то вошел. Блюди Мэри. Да неужто? 13 FPS. 60, 54, 50. 13, да, мы сейчас всех догоним. 13 FPS, 15, во, все, я самый крутой. У тебя 19, да? 15. Ой, там где-то жесть. Смотри, что там? Да вижу, какой-то головастик там вылетел на обочину. Смотри внимательно, на какую обочину. Жесть, нифига. А, зависли, что ли? А, это где-то дальше. А, я вас тут догоняю просто. А, ух ты. Класс. Смотри, смотри. Они трахаются. Умри даже надо было так. Сосовик на обочине стоит. Вам неадекватно едут. Ох. Энкио. Так, тормозите, Хантер. Там лекции зафигачили. Здесь отбойник везде. А, так, лекция, а ты в кого врезался, я не понял. Я уходил от него и ушел в отбойник. Ага, понятно. Здесь заправка спереди будет, по-моему.
конечно, как же не в меня еще въехать? Будем вставать? У меня 18. Нет, езжаем. Че, давайте уже до Кале доберемся как-нибудь, а там уже решим, куда деваться. Типа того, да. Там веселуха. Эх, Лекс, нельзя так делать. Ну ё... Чип. И Дейл, да. И все. С него головастик вылетел. Сейчас ехал, передо мной Векус бедя, она так... И все. Вопль истошно издала. Это был предсмертный. Какой-то тусклый стал. Ой, еще один. Оп. Я на заправке вас стану, подожду. Ай, блин. Аркадий 54, я его знаю, по-моему. Ты его запомнил? Нет, я откуда-то этот ник знаю. Ну, Аркадий имя, как бы, все знают. Не в этом дело, Хантер. Он уже видел такой ник в этой игре. Совпадение. Лёха с юга, 82 рус. Так бы уж написал, Лёха с Крыма. Вот это было опасно. Я въехал за правки. Ух, как они стукнулись, блин. Так, Энки, ты выехал? Я полный бак. What the fuck? Ну да, правильно все. Тормозим. Блин, это бы видел, как они здесь щепнулись. Ой-ой-ой. Ты только 130 разогнался. Ой, блин, сколько же дебилов-то, ну я вообще не могу. Дынечка, отойди назад. Я загружусь, я сохранился. Где ты сохранился? Чуть-чуть назад. Не вздумай. Ты... Там Хантер, блин. Я за Хантер. Хантер там. Не вздумай. Загружаюсь. Так, я F1 нажал. Я тоже всех. И? И где ты? Пенки, блин, нас сейчас тут забанят всех нахрен. Вот. И? Где ты? Так, удара пока не вижу. А. Как загружаешься? Да, кстати. И перед Лексом. А то отъедьте. Ай, блин. Что, люди что стоят? Нет. Да ладно. Ой-ой-ой, там долбится просто вообще жесть. Вообще-то мы тут пробку создали, пока тебя ждали. Ну, ничего страшного. Они, главное, создают им можно, нам нельзя, что ли? Мы Интегра. Нам все можно. О, Кенни. Смотрите, Кенни воскрес. Аккуратно, Денчик. Че, Денчик? Да там чувак чуть тебя не впилился. В меня? За тобой Лекс едет. А, пипец, 6 FPS. Ричард. 11. Спорим, это Ричард. Проехал. Да пип, гони. Я гоню. Это тебя догоняю? Ну блин. По тормозам, значит, давай, че. И сзади меня подгоняют. Ты им факт покажи. Блин, я им моргаю, чтобы они фары выключили дальние, они это моргают, не GTA 5. В ответ, идиоты. А ты вот так. А ты вот так показывай. Понятно. А кто что говорил сейчас? Это где-то.
что, обычная сходка? А, да, да, обычная. Это Даллас? Угу. Чё-то тебя с голосом не узнал. Вот тормозим. Аккуратно. Чувак по центру. Чем ты издеваешься, а то ты вообще не едешь, что вообще летит. Ой-ой-ой. Ух! Ёперный театр! Фух. Хантер прошел? Нет, там они прям с этого. Че, не влез? Эх ты! Да. Все кончилось. Да. Заезжаем, чинимся и едем дальше. Что? Че я въехал? Придурок! Прям передо мной закрутился. Сволочь. Бывает. Так, наверное, тоже думаю, турки, перед которым я загрузился два раза. Так, сейчас я загружусь, последний задницу. Давай. Отомсти другим, на всякий случай. Блин, я тормознул, чтобы этот олень проехал. Я думаю, дальше будет твой школьник, на самом деле. Что говорить? Че, мы в колет едем? Едем, хотя мне что-то кажется, что это тоже плохая идея. Нормально. Да, там народ сейчас будет больше, чем на дороге раков. 54. Нормуль. Знаете, как мне повезло? За секунду до столкновения у меня сработало автоматическое сохранение. Это который на скроллок? Нет. Сейчас направо, да? Прямо. Да. Да. Жесть. Или не все туда. Других дорог больше нету, а? Других дорог не интересно. Ух, ух! Бам! Чувак не успел проскочить? Он успел, там Шкода летела. Потом налево, да? Давай, сатоник, блин. Да. Наверх и налево, ладно. А, все, вижу. Зеленую точку одну. Типа. Я думаю, зря мы в город едем. Ох, фризы, фризы, фризы. 20. 36. Уже человек. Я думал, ты нас ФПС порадовать решил. 49 человек. 40. 46 вроде. 49 ФПС, 47. 56 человек, жесть. Сейчас посмотрим, Лекс, как от твоих 50-45 ФПС счет. Ну, сейчас у меня 42 ФПС. А ты как вообще это, дергаете картинку-то или нет? Нет. Ага. Иногда бывает пролагивание. Это же гениально, встали и друг друга пропускают. Вот на данный момент 30 FPS. Ух ты! 56. 6? 56. 24 FPS. Блин, что за олень? Он не едет нифига. Дальнобойщик, блин, хрена. А кому-то будет терпеть сейчас. 66 человек.
Лекс, у нас главное. Да я знаю, там все равно пробочку за перевязку. Угу. Ох, у меня FPS до 11 упал. Пипец, а че? Не, ребят, не надо больше туда лезть. Вылезем. Такого трэша я еще давно не видел. Точнее, уже давно не видел. У меня 4. Зря мы сунулись. Очень зря. Так, я починился. Я еще не доехал. Да, да сейчас выйдем, успокойся. Либо доехать, говорю. Можешь ивентер сделать. Врубай шестую тему. Ждем тебя тут, Вальтер. Тибурон, походу, вообще долбится просто в стенку. Сколько? А? Зачем? Много осталось. Давай, можно. 5 минут. Нам осталось 812. Ну да. Если быть точным. Да. Тогда перекурчу. Отошел.